пожалуйста, Ирина Валентиновна, вам слово. У меня в первую очередь не в текстовой части замечания, а вы создали таблицу, вернее, она предусмотрена формой, называется «Профиль региона». Дело в том, что некоторые данные, базовые у вас 10 и 13 год, некоторые данные, допустим, вот валовый продукт на душу населения, взят 12 год. Но там указано, что там 12-й. Да, указано, что 12-й. Потому что не нашли 13-го. Не нашли 13-го. Потом выкрастание на господарскую пытни и потребы указано 11-й год. Есть информация и за 12-й, и за 13-й год. Потом еще есть определенные неточности при составлении профиля. В частности, вот выкрастание на господарскую, видновлювальные ресурсы пресных природных подземных вод метров кубичных на душу населения. Ну, я так полагаю, что это просто вкралась арифметическая ошибка при подсчете. Дело в том, что в региональной доповеди про станок лучшего природного средовища эта цифра отдается в тысячах метров кубических в сутки. И при пересчете, возможно, возникла погрешность. То есть не 107 миллионов и 60 метров кубических на пересчете на душу населения, а 109,32 и в перерасчете на душу населения 61,56. То есть цифра немножко, несколько увеличится. Эти данные есть в региональной доповеди, которая размещена на официальном сайте Минприроды Украины за 2013 год. Будем вносить коррективы. Да. Потом в строке «Выкористання на господарську питні потреби метров кубических на душу населения», к сожалению, взята цифра, которая характеризует полностью использование на все нужды, в том числе и производственные, сельскохозяйственные нужды, орошения, рыборазведения. Там выведена цифра использования на хозпитьевые нужды, но она не пересчитана в расчете на душу населения. При общем объеме использования по области, допустим, вот в 2010 году было 608 метров кубических в год на душу населения. Из них на хозпитьевые нужды использовано 58-68, то есть меньше 10%. Основная львиная доля у нас идет на нужды промышленности, в частности на нужды тепловой энергетики, тепловая станция, которая работает на прямотоке, которая сколько забрала, столько и сбросила. В 2013 году, соответственно, не 558,1 на душу населения, а 52,47. Еще раз скажите источник. Экологический паспорт Запорожской области, 10 и 13 год. Я в письменном виде вам подготовила Спасибо. Все замечания, поэтому я вам сброшу электронной почтой, я дам печатный вариант. Спасибо. Дальше. Відсоток населення Запорізької області не охоплений централізованим водопостачанням. У нас департамент жилищно-коммунального хозяйства ежегодно готовит свою часть раздела по национальной доповеди про стан питної води и питного водопостачання. И он является распорядителем этой информации. Цифры я вам могу озвучить, но, к сожалению, подчеркиваю, я не являюсь распорядителем этой информации. У вас указана цифра, вот процент населения жителей Запорізької області, 98%. Да, 98%. К сожалению, по области у нас доступ к централизованному водоснабжению имеет 87, почти 87%. Из них по городам 91%, по поселкам городского типа 80%, по селам 73,5%. То есть я прошу вас запросить департамент жилищно-коммунального хозяйства областной администрации. Я написал. И я думаю, что он не откажется вам представить вот именно свой раздел национальной доповеди про стан питної води. Значит, у нас получилось как? Там имелось то, что администрация дала. Они имели в виду сельскую местность, 98. Да, это во-первых, это мы так и понимали эту цель. Это я говорю о водопотреблении. Ну, к сожалению, жители Запорожской области. И вот у нас есть все письма, которые они отвечали нам. Все здесь систематизировано, к сожалению, отписки. Отписки. Обеспеченность централизованным водоотведением. В целом по области 50%, в том числе по городам 65%,
по поселкам городского типа 22 и по селам 2%. То есть вам дали цифру, то, что касается именно сельских населенных пунктов, без учета остальной инфраструктуры области. Ну и, соответственно, у них более точная информация по количеству водоводов, водозаборных сооружений, количеству водопроводов, коммунальных, ведомственных. То есть всю эту информацию, я прошу вас, просто обратитесь вот с четко сформулированным запытом в департамент ЖКХ. Спасибо большое. Ну, по другим вопросам есть еще замечания, но это мы... Это уже дальше. Тему, да, по этому разделу у меня больше замечаний. Спасибо большое, Ирина Валентиновна.